Генеральный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Ударим шарами по кеглям в боулинге «Джоллибол». 6 дорожек для игры в боулинг. Уютная лаунж-зона для заводной компании. Игровые автоматы подарят драйв и заряд позитива. Вкусные закуски и напитки дополнят ваш отдых. Бери от боулинга все. Боулинг «Джоллибол». Город Бердск. Ясная Поляна, 16. Телефон 240-78-35. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 23 сентября ночью и днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2, днем плюс 4 плюс 6 градусов. 24 сентября без осадков. Ветер северный 3,8, порывы 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха 0 плюс 5, местами минус 2, минус 7 градусов. Днем 0 плюс 5 градусов. 25 сентября без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 плюс 1, днем 0 плюс 5 градусов. 26 сентября без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Ночная температура воздуха минус 3 плюс 2, местами до минус 8. Днем 3,8 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. Спонсор прогноза погоды – салон «Оптика Next». В новом отделении МРТ-технологии установлен 128-срезовый компьютерный томограф фирмы Philips. Ведущие специалисты города и сотрудники томографического центра помогут вам в диагностике патологии легких, лор и внутренних органов, костей и суставов, сердца и сосудов. Теперь в Международном томографическом центре все современные методы лучевой диагностики. Высокопольная магнитно-резонансная и мультиспиральная компьютерная томографии, ультразвуковые исследования экспертного класса. В оптике Next огромный выбор оправ и готовых очков, контактные линзы, аксессуары. На приеме у врача-оптометриста проводится проверка зрения, подбор очков и контактных линз. Весь сентябрь школьникам и студентам проверка зрения 200 рублей.